Есть много рецептов, как приготовить ванильный чизкейк без выпечки. Самое приятное в десерте то, что он абсолютно не требует специальных навыков. Можно добавить фрукты или оставить ванильный вкус. Этот чизкейк легкий с кремовой текстурой, что идеально подходит для любого события. Вы можете не переживать за температурный режим или сложный процесс приготовления. Вам даже не потребуется включать духовку, ведь он вовсе не требует выпечки. Готовый десерт подают к столу только после застывания. 1. Выложите крекеры в чашу блендера. 2. Измельчите крекеры в мелкую крошку. 3. Растопите сливочное масло и добавьте его в чашу к измельченным крекерам. 4. Если масса собирается в единый ком, значит она уже готова, а если крошка слишком сухая, добавьте еще сливочное масло. 5. Выложите крошку в форму для пирога, лучше со съемными краями. 6. С помощью стакана придавите крошку стаканом. 7. В стакане с холодной водой растворите желатин и оставьте на 5 минут. Затем поставьте в микроволновую печь на 20-30 секунд. Оставьте для остывания. 8. В миску выложите сливочный сыр, добавьте к нему сахарную пудру. 9. С помощью миксера смешайте сыр с пудрой до однородной массы, добавьте ванильный экстракт. Разрежьте ванильную палочку и ножом достаньте семена, добавьте их также к сыру. 10. В отдельной чаше взбейте сливки до образования мягких пиков. 11. Добавьте в чашу к сливкам желатин, снова перемешайте все, соедините сливки с сыром. 12. Выложите кремовую начинку на песочный корж. 13. Распределите начинку ровным слоем, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 1 час. 14. Готовый чизкейк достаньте из формы, украсьте оставшейся массой, выдавив ее через кондитерский мешок.